Наверное, в нашей стране не так много вузов, которые за 85 лет смогли пройти столь поразительный путь. Путь вверх, путь к современному образованию. Я прекрасно помню Ставропольский педагогический. Для своего времени он был интересным, сильным вузом. Но то, что я увидела в этот приезд, поразило и превзошло все мои ожидания. Я думаю, что это последствия работы всего коллектива, руководителя, ректора вашего. Вы прекрасно трудитесь, вы хорошо отдыхаете, у вас красиво, у вас прекрасная обстановка, у вас замечательные студенты. Я могла бы продолжать дальше, я просто хочу, чтобы много-много ближайших лет ваш вуз был и дальше лидером в системе высшего образования нашей страны.